7 дней кропотливой работы. Построить мандалу из песка драгоценных камней далеко не просто. Здесь главное – точно воспроизвести божество и его дворец. Ведь каждый цвет и орнамент имеет свое значение. Мандалу Баинном Саре возводит Лапсанг Самдуб, Гелонг Лама из Индии. Все делается для того, чтобы помочь жителям нашей республики. Наступающий год тяжелый в материальном плане. Чтобы экономика более-менее была стабильной и чтобы достойно прожить этот год, возводится мандала Баинном Саре. Она помогает там, на чьей земле строится. Увидеть уже готовую мандалу сродни благословению, говорят ламы Мамбадацана. А особенно повезет тем людям, кто будет присутствовать на ее разрушении. 6 февраля 2 часа будет разрушение. Кто там будет присутствовать, тот и обретет как духовную, материальную благополучие. Всем присутствующим раздадут песчинки мандалы для хранения у себя в доме. Остальное ламы повезут в Заиграевский район. Там остатки мандалы опустят в реку, отдадут дань богу воды. В буддизме вообще все символично. Человек состоит на 80% из воды. Поэтому, чтобы люди оставались духовно богатыми, почтить нужно и водного хозяина. Все желающие могут присоединиться к священнослужителям и отправиться в район. Напомню, разрушение пройдет в Мамбадацане 6 февраля в 14 часов. Дарья Белоусова, Дожичий Допов. Новости дня.